Здравствуйте, коллеги, с вами я, Юрий Николаевич Белонож. В этой инструкции расскажу, как проверить домашнее задание преподавателю. Открыть ссылку, появляется не очень удобная табличка. На самом деле здесь хорошо видно, сколько человек, сколько черновиков, сколько есть ответов и сколько требует оценки. То есть оценку он уже поставил. Вот это... формочка «Просмотр всех ответов» также может испугать. Это список всех учеников, но пугаться не надо. Здесь уже оценка стоит, видно кому. Видно, какое задание в виде файла было, какой комментарий был. Если здесь большой текст, его можно развернуть отдельно во весь экран. И все. Сама оценка может выставляться вот тут. Достаточно тоже просмотреть файл, прочитать комментарий, написать свой комментарий и сохранить, чтобы видел ученик, поставить нужную оценку, перетащить сюда свой файл в виде отзыва, оставить галочку «Сообщить студентам, ученикам» и сохранить. Если таких учеников много, то сохранить и показать следующий. Спасибо за ваше внимание. Жду ваших вопросов.